Ну что, ребята, всем привет! Сегодня мы играем на Homestar KRMP. На данный проект можно зайти как через лаунчер, так и через коннектор, поэтому все ссылочки находятся в описании. Бонус здесь 100 миллионов. Давай сейчас отправимся, купим себе какой-нибудь элитненький домик. Сервер открыт недавно, поэтому много свободных домов. Их можно с кайфом покупать. Также у проекта есть свой сайт. Так, ну вот я приобрел себе домик. homestarrp.ru. Заходите на данный сайт, и все замечательно у вас будет. И давайте сейчас сразу отправимся, купим себе какую-нибудь прикольненькую машинку. Давайте сейчас купим себе какую-нибудь топовенькую машину. Так, давайте, знаете, что с вами купим? Давайте Audi R8 купим себе. Покупаем сразу, оплачиваем и прописываем car Audi R8, загружаем. И где она появится? Вот наша R8. Ну, это такой небольшой баг. Все нормально. И вот наша топовая лайба R8. Просто смотрите, какая красивая. Я не могу. Давай сейчас сразу отправимся на 100 и протюним ее, поставим сюда какой-нибудь спойлерочек, что-нибудь такое. Так, чуть-чуть промазал. Ничего, сейчас заедем аккуратненько, вот так вот, оп-оп-оп-оп, и мы уже здесь. Также, кстати, когда будем заезжать, подходим к гаражу, нажимаем H. Ага, данные уже используются, хорошо. Уже используются. Опа, вот свободный гараж, мы его нашли. Давайте поставим какой-нибудь цвет. Давайте вот такой поставим ее. Так, выхлопа нет, гидравлику сразу поставим. Оплачиваем, поставили. И элементы давайте сейчас все просто поставим, чтобы она смотрелась просто козырняво. Все оплачиваем, устанавливаем. И восьмой элемент. Так, уже оплачен. Спойлеры, клаксонов здесь нет. И нажимаем на Alt, чтобы выехать с данного гаража. Просто смотрите, какая она стала красивая. Еще и на гидравлике. Как видите, тут все рабочее. Можно поставить любые модификации и так далее. Вот сейчас я даже могу припарковать ее куда-нибудь, и она останется такой же. Давайте пропишем слэш-парк. Слэш-кар. Audi R8. И выгрузить транспортное средство. И загружаем обратно. Ну, единственное, что слетел цвет. Но это пофиксится. Я напишу. И это все пофиксится, и будет все здорово. Ну, главное, что наш тюнинг это остался, и это, мне кажется, самое главное. Цвет, если что, можно еще раз поставить. Так, давайте еще, знаете что, отправимся с вами на чип-тюнинг. Так, отправляемся на чип-тюнинг, все у нас прогружается, и вот мы уже прям тут. Заезжаем. И устанавливаем все, что тут только есть, чтобы наша машинка просто летала. Так, устанавливаем второй стейдж. И устанавливаем третий. И вот мы все и установили. Так, давайте сейчас остановимся где-нибудь вот тут. Слэш-парк. Car Audi R8. Выгрузить транспорт. И Audi R8. Загружаем транспортное средство. Заводим. И просто полетели. Ой, вот мы врезались. Вот это уже другое дело. Просто пуля. Тут уже на Audi R8 300. Конечно, ай-яй-яй, тормоза. Опа, оттормозились. Вот и замечательно. Так, наверное, знаете, что мы сейчас сделаем? Мне кажется, можно уже отправиться на конты. Поспавним сейчас. Может, наконец-то хоть что-то выбьем. Посмотрим, как вообще работает система контейнеров, потому что у каждого проекта своя система. Так, ну вот мы отправились с вами на контейнеры, и сразу тут стоит Объединенные Арабские Эмираты за 10 миллионов. Подбегаем, начинаем торги, ставим ставку выше, устанавливаем ставку и ждем, пока пройдет 25 секунд.
Меня какой-то Иван перебивает. Мы сейчас с ним начнем тут соревноваться сильно. Так, Иван ставит ставку еще выше. Мы ставим еще выше ставку. Сколько? Понял. Иван поставил ставку в 100 миллионов. Давайте посмотрим, что ему выпадет за 100 миллионов. Богатейший Рон, но миллионов 50. Так, давайте сейчас тогда пропишем конт спавн 6. И вот новая партия контейнеров, она должна сейчас прогрузиться все. Я на своем шароне что-то тут буду сейчас делать. Так, ну где там контейнеры наши? Опа, вот контейнеры, давайте сразу подбегаем, ставим ставочку. Ну и пусть он тут открывает свой дубайский. А мы откроем по стариночке какой-нибудь вот с краю. Ставим ставку и ожидаем 20 секунд. Опа. Вот это... А, доставлена новая партия контейнеров. Что-то не очень нам повезло. Заспавнить именно в этот момент. Давайте еще раз-то пропишем конспаун. Вот наш транспорт, заходим. Так, готово. Повышаем ставку и участвуем в торгах. Так, и вот наши минус 11 миллионов, и что нам... Нам выпадает раритет. Ой, не раритет, а это, господи. Элитка, элитка нам выпадает. Оставляем себе, естественно, прописываем кар, Mercedes-Benz загружаем. И где он появится? Вон у нас появился. Старенький такой, двухместный кабрик. Вообще замечательно. Ах, летит он как. Фу, пуля, пуля просто. Конечно, это вообще грустно по сравнению с Бугатти. Оно выглядит вообще убого. Так, давайте прямо вот тут возле контейнеров начнем открывать кейсики. Сейчас секунду и уже начнем их открывать. Так, ну и вот наши кейсики. Начнем с Аперского. С него мне больше всего, по-моему, везло, насколько я помню. И сейчас начнем по одному открывать. И посмотрим, что нам выпадет. Опа, черный противогаз за 6 миллионов. Нормально. Так, ну суперскоу нам не очень везет. Давайте попробуем. Охотничий. Просто сходу выпадает скин за 10 миллионов. Давайте его заберем и позже на себя оденем, посмотрим. Еще один скин Ghost. Опа, Mercedes-Benz патч. Давайте забираем, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Получается, прописываем с вами MN. Награды, мои награды. Забираем Mercedes-Benz и скин Ghost. Сразу выходим, одеваем скин Госта, использовать, и просто посмотрите, какой красавец. Прописываем флешкар и Mercedes-Benz патч, загружаем транспорт, его здесь нету, давайте отметить транспорт на GPS, отправляемся к нему, мы находимся возле вышки, и загружаем наш Mercedes-Benz. Ой, какой он старый и древний. Просто мусоровоз, о, мусоровозка, мясовозка. Ой-ой-ой. Какой выхлоп у него. Давай-давай, поворачивай. Ну тут, мне кажется, на нем только по лесам и ездить. Напоминаю еще раз, что все ссылки на данный проект находятся в описании. У них есть свой лаунчер и свой сайт. homestarrp.ru.
где можно скачать лаунчер или коннектор. Ну, я думаю, можно закончить данный ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.